Друзья, здравствуйте. Я не знаю, какой видос мы сегодня смотрим, но сам факт в том, что мы хотя бы что-то смотрим, и хотя бы, ну, я живой, Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи находятся в описании данного видео. Заходите туда, и там со всей этой информацией ознакомлюсь. Мой дорогой друг, коллега и приятель Вертеч выпустил видеоролик под названием «Бесплатная медицина», и мы его сегодня смотрим. Arizona RP Phoenix. Я сейчас единственный врач здесь. Единственный. Ну это, да. Это, блядь, не хухры-мухры. А что? Рыва. Ладно. Таблеточку можешь удалить? Таблеточку от чего? От поноса. А, это вы по адресу. Блин, я здесь вообще себя хозяином чувствую. Вы бы только знали, как лидер боялся того, что я устраиваюсь к нему в организацию. Думаешь, он максимально прям боялся? Отговаривал администрацию от данной идеи. Только вот... Всю администрацию или кого-то одного? Зачем? Moments later. За аренду койки $100. Если что, я все видел. Кстати, я когда был маленьким, я... вот он, капитализм. То есть вот это вот чистое видео. Видос-то, так сказать, обслужить капитал, так, интересы капитала, правильно понимаю, Вертеч, ну ты даешь. Смотрел мультик про Аладдина, вы случайно не Аладдин? Вроде как похожи. Ну так себе. Секунду. Во, и возможно вы ну, может, подумаете, похож, кстати. Боже, какой Аладдин? Блин, 4К, конечно, Вертеч, ты красава. Поверьте, Аладдин это еще фигня. В больнице я повстречал внука Боярского. Молодой человек, у вас все хорошо? Так и внук Боярского, он, по-моему, в Госдуме. Ко мне обращение? Да, да, да. Как вы обращаетесь ко мне, молодой человек? Вы что, не видишь, что приемный, блин, внук Боярского? Ой, простите. Приемный внук, ну не плохо. Царь, подождите, я сейчас на колено упаду перед вами. О, сын Боярского, фига. Простите, пожалуйста, что не покланялся, я исправился. Хорошо, я вас прощаю, а вы можете помочь мне как-то? У меня вот ноги, блядь, вспотели, мне вот массаж нужен, я вот так вот делаю, блядь, каждый день вот так. Ну, ага. Слушайте, в вашем случае медицина бессильна. Ну ладно, я тогда поотжимаюсь, блядь, приведу себя в спортивную форму. Это не пойду, совсем отжимание, спорт продлевает жизнь, знаете такое? А еще есть такая штука, как... йога. Вот так вот встаешь и... И такой прилив энергии. Куда ты ушел? Куда вы ушли? Я так полагаю, на улицу. Я вам показываю йогу. Какую? Мы смотрим, показывайте. Кстати говоря, водитель, который поехал с этим психопатом, через 10 минут оказался в больнице. Так это не психопат, это внук Боярского. А мне медицинскую карту получить. Я первый день что-то. За мной. Идите в ту зону. Точно? Да-да-да. Все верно. Встаньте на одну ногу. Нам нужно посмотреть на вашу гибкость. Молодцы. Это вот медицинская карта так получается теперь. Я достаточно гибок, доктор. Выполняйте упражнения. Ага. Вот, вот, правильно, правильно. Да-да-да-да-да. Ага, ага. Вот так они и выполняются, да, у Боярского. Из этого я понял, что вы в хорошей физической форме. Где служить собираетесь? В воздушно-десантных войсках, доктор. Ага. Они есть в мире? Дышите, не слышу. Я не могу, доктор. Ну, надо дунуть. Я подумаю, секунду. Нет, нужно дунуть. Я завязал, доктор. Надо дунуть, чтобы я услышал, есть у вас хрипы в легких или нет. Дуть будем? Юра будет дуть. Все, отлично, отлично. Красава. Это, кстати, был не... Че купил? Дуть будем? Все, отлично, отлично. Красава. О, это... купил, да, то есть опять коррупция, опять капитал пошел. Кстати, был пошел. Не единственный случай. Карл Маркс. 7, 11, 12. Да йога пошла уже, 13. Да, так называемая. В действительности, медкарту они все-таки получают. А сервак Вертеч какой рекламит? О, Arizona RP5, вот это классно. Я тоже ссылку, знаете, оставлю, но в целом на Arizona Phoenix заходите. Так что не переживайте, я их не обманывал. Думаешь? Здравствуйте. 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 Здрасте. Привет. Вас не слышно, здравствуйте. А, не слышно меня? Здравствуйте. Прополощите горлышко, пожалуйста. Алло. Чем? Я раздаю 200 тысяч долларов тому, кто ответит правильно на вопрос. Мне нужен ваш голос. Ау. Понятно. Меня слышно? Меня слышно? Сука, спалил меня. Ладно, стой, стой, стой. Да чего? Сколько месяцев в году имеет 28 дней? 12. А, ну все, вы победили. Блин, люто ты меня ограбил, конечно. Ага, неплохо. Здравствуйте, молодой человек. Вы живы? А, да, мне очень плохо. Блин, прикинь, у меня таблеток с собой нет. Что делать? А что есть? Помогите хотя бы на ноги подняться. Достал шприц из кармана, протер его слюной, колол в ногу неизвестным веществом Кевина Буена. Офигеть, откуда он знает, живы? Что это Кевин Буена? Спасибо, док. Не за что.
Аккуратнее, тут всякие безумцы гоняют. Так, вижу цель, я уже рядом. Здорово, за что тебя высушили? Я ласты склеил, короче. А, просто ласты склеил. А вы меня убивать не будете, если я ему помогу? Ты на куриный, что ли, или что? Что с тобой? Лёха, да баунти, нет. Норма, баунти хантер. Ну, я пришел посмотреть на лежачих полицейских. Кстати, ты красивый, ты похож на мою собаку. Достал шприц из кармана, протер его слюной, вколол в задницу Виктору Сникерсу. Раз, два. Мы номерами обменяемся. Никогда на меня не обижайтесь. Я не могу вам дать свой номер только для того, чтобы вы меня не задалбывали. Как бы это вы... А мне можешь вертеч продиктовать? Мой-то ты знаешь, три шестерки. Закомерно не звучал. Если набирать не будут, перевернуть. Ну да, мне очень часто мешают. Здорово, я знаю, там какой-то принял вызов. Я тебя вылечу, хорошо? Хорошо. Все, больше не падай. А если упал, поднимайся и иди дальше. Это тебе мотивация до конца жизни. Все, я полетел, а то меня спалят. Давай, ни один вопрос, ты как сдох? Меня Леха Баунти убил. Кто тебя убил? Леха Баунти. Леха Баунти появились. Баунти, значит. Ну ты Hunter. Сникерс, бля. Ладно, я... Опять Виктор и Сникерс убили, прикиньте. Может, это постанова, Вертич? Может, ты постанову снимаешь, а? Вертеч, ответьте в комментарии под данным видеороликом в течение 30 секунд после выхода, или ты снимаешь постанову вот так. Загадка от Жака Фреско. Загадку. Давай. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Еще раз. Не-не-не, все не угадал. Но здесь кроме меня тебе никто не поможет, так что я тебе даю еще одну попытку. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Эх ты. Ебутся, ебутся, бля, ебля, секс, половое сношение, бля. Ёпта. Медведь малину собирает. А, медведь малину собирает. Ура! А, так это ж не в рифму. Ну и как говорится, в семье не без урода. Гляньте, кого я повстречал. Сука, блядь, сука, блядь, чё ты, сука, стоишь нахуй на дороге, долбоёбище, блядь. Ты, сука, ты чё нахуй, охуел? Товарищ офицер, он у меня врезается, эвакуируйте его, пожалуйста. Смотрите, что он делает, смотрите, Лицензия на оружие сколько стоит? Лицензия на оружие, алло. Вы меня слышите, сэр? Ты будешь, кстати, тоже, блядь, уволен за то, что ты мне не сказал, сколько стоит лицензия на оружие. 10 тысяч. Ты, сука, спрашивал, блядь. А главное, он спрашивал про лицензии вежливо. Вы меня слышите, сэр? Ладно, ну это все шутки. Заходите к нам на сервер. На Arizona Roleplay Phoenix. Я оставлю ссылку в описании. Промокод NoToxic54, лучший промокод в мире. Оставлю промокод. Промокод NoToxic54. Вы нигде его не найдете. NoToxic54, Arizona Roleplay Phoenix. Это тот самый промо, который дает очень много. 100 тысяч долларов, рублей в миллионах. Ставьте лайк. И всем пока. До завтра. До свидания. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту, Вертеч. Ту-ту-ту-ту. Спасибо за контент. Подписывайтесь на мой канал. Отписывайтесь от канала. Ставьте лайк или дизлайк. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. До свидания всем. И пока. И до свидания. Так, ладно, что там, до 8 минут-то дотянул сегодня? Да, дотянул, прикиньте. Всем пока и до свидания, и пока.